покусали семечки. Здесь вообще голову отрезали, съели целиком. Рундук ли, птицы. Вот тоже вот обгрызано. Ой, друзья, как хорошо. А? Скоро будем собирать смородину. Смородина вкусная. Черная. Такая вот. Сорт покупали. Смородина крупная. Вот такая красота. Это не подсолнух. Это у меня декоративные цветы. Может, на них пасынки надо убирать, наверное. Зачем они такие пасынки-то? Пусть на макушке растет, да? Ой, надо все пасынки оборвать. Что попало будет. Все пасынки надо удалить. Яблонька ожила в июне, наверное, только начала уже выпускать листик. Это яблонька от фирмы Бекер, единственная, которая уцелела. Все остальные высохли. Вообще фирма Бекер, все, что я там купила, у меня вот это единственное яблоня и осталось. Покупала абрикос. Вишня, ничего не осталось. Все высохло. Бекер. Картошка цветет. Вот такая красота у нас. Лес. Скоро пойдем за грибами. Амарант. Ой, гипсофила такая, облачком. Ой, ну здесь клематис, аромат такой медовый, мед пахнет вкусно. Здесь я тоже прикрываю капусту. Где вижу, вот так вот прикрываю, чтоб солнцем. Если солнце будет обжигать, не, кочанов не будет. Даже. Здесь у меня огурцы на улице. Огурцы на улице лучше плодоносят, чем в теплице. Фасоль здесь рядом посадила, но что-то одни листья. Фасоли пока не видать. Какая-то фасоль новая. Здесь огурчики нарастают длинные, короткие. Это уже клубнику отплодоносила, надо ее обработать, потом обрезать. Ну все, подсолнух решил расти до неба.